Добрый день, друзья! Снова мы с вами из цветущего тайгана. Не могу вам передать, очень хочу, но не могу вам передать, какой сейчас стоит аромат в тайгане. Кричат попуга и поумывали свои перышки. У нас хорошо, свежо. Я вам показывала, что шли дождики. И все-все цветет. Все вольеры в цвету. Олег Алексеевич не убирает из вольеров деревья, чтобы у животных была тень, если вдруг лето будет очень знойное. Тут вот вишневый сад. Здравствуй! Здравствуй, мое счастье! Что ж ты такое грязное? Из красивого осталась только физиономия. Разве... Так, ну что ж такое? Ну что же, у меня все метки сюда. Какой же ты белоснежный бенгальский тигр, если ты грязный, как собака. У тебя же здесь и дорожки есть. И все есть. Что ж ты такой зачухрадистый? Смотри, леди Ди я в вольере не вижу. Понимаешь? Она все-таки девочка и умная кошка. А ты, мама дорогая, круче тебя только самый ласковый львенок. Что? Вот как? Что? И подлизывайся. Да. Не подлизывайся. Вот как можно быть таким засранцем? М? Как вот тебя? Ну хорошо, сейчас никого нет. А если бы были люди, а ты такой вот это зачухрань. Это видеть надо, какой ты симпатичный. Да. Ты травку ищешь? Ну не знаю. Найду ли я сейчас по такой грязи? Вот. Ава. А. Хорошо тебе, да? Хорошо тебе. И брюхом в грязь, да? Прохладненько. Воздух такой свежий. Сейчас как пойдет травка зеленая. Ты еще ничего, я тебе хочу сказать. Ты как-то более умный. По дорожкам. Что значит девочка? А пацаны они такие, да? Пацаны эти такие засранцы. Сейчас. Опа. Ну. Давай, поприветствуем. Ну. Встань. Ну, встань на лапы. Ну что, тебе жалко, что ли? Тебе ничего, а людям доброе утро. Опа! Молодец! Всем доброе утро. Молодец. А ты? Ну, встань. Оп! Спасибо! Спасибо, всем доброе утро. Вот ты умница тоже моя. Раджа, иди сюда еще раз. Раджа, иди поприветствуем друзей. Раджа, иди сюда. Ну, иди еще раз, стань на лапки. Ты хоть и грязный, хоть и заморозилка. Раджа, ну давай, у тебя так красиво получается. Ну. Ай, ну я просила на лапки встать. Ну так тоже ничего, ну какой же ты. Тебе потом вылизываться. Надо звать твою принцессу, леди Ди, чтобы она тебе помогала. Надо вызывать Майдадыра со шлангом. Красавец, с любовью из тайгана.